на побережье семь кафе заполняют множество людей, в основном приезжих. Караоке песенки поют, шашлыки едят и пиво пьют, 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 пьют. Einsteigrein, шики, шики, шайне. Добрый вечер! Добрый вечер всем тем, кто сошел с корабля и очутился на сочинском побережье. Сочи, в отличие от многих других беспортовых городов, очень даже портовый город. Именно поэтому здесь можно встретить самых настоящих пиратов, причем не только морских. Здравствуйте! А у вас какие фильмы есть? У нас все фильмы есть. Да? А что вы нам с другом порекомендуете? «Голубая лагуна». Да не, мы не такие. Ну тогда Чапаев. Не, Чапаев старый. А еще что-нибудь есть? Нуха интересует. Что? Нуха. Да нет, не надо мне про ухо. Вот фильм «Бригада». Про что он? Это строительные работы у Панина на даче. Да нет, это неинтересно. А вот исторический фильм, я название не помню. Ну про что он? Ну там, в общем, рабы восстали. Штирлиц. Да нет, там у них предводитель еще был. Афоня. Нет, Спартак его звали, о. Ну, как фильм называется? Ну я не помню, там еще гладиаторы такие полуголые. Нуха интересует. Да что вы с этим ухом привязались-то, а? Ладно, есть фильмы ужасов. Какие? «Ночь мертвых мертвецов». «Гланды Люцифера». Нет. Лучшие подкаты «Анопка» на DVD. Не, ну это старое, это все видели. Ну возьми отечественные. Какие? «Упырь из Кисловодска». Не, не хочу. Тогда «Вий». «Вий» старый тоже видел? Ну возьми «Вай». А что такое «Вай»? Грузинский «Вий». Нет, не хочу. А у вас есть «Матрица»? Сейчас посмотрю. Нету. А, жаль. А «Крестный отец»? Продали, сынок. Жалко. Ну, хотя бы мультфильм какой-нибудь. А какой вас интересует? Ну, про Винни-Пуха. Нуха интересует. Да нет, я вот про животных фильмы люблю. «Белый бим», «Черная». Нуха. Точно, ухо. На, возьми. Простите, а где здесь Бим? Здесь и Бим, и Бом, и Шипотляк в чулочках, бери давай. В прошлом году подвыпивший мужчина из Сургута пел в караоке и перекричал концерт Кристины Орбакайте в фестивальном. В этом же году на сочинском пляже новинка. Новая трехмерная караоке, которая работает по принципу «что вижу, то и пою». Александр, прошу вас. Вот шумит официант, Лена врет, что ей 16. Рядом Пушкин пьяный и с подругой. Стол стоит на постаменте, заключенный повернулся. С фонарем мужик в фуражке. Вот какой-то исчудил, лист бумаги уронил. Миша обижает Йосю. Девушка стоит, но не одна, с подругой. Вот так здрасте. Александр, ну что... Какая-то ерунда, не получается. Александр, еще. Вы просто неправильно все делаете. Я вам сейчас все покажу, смотрите за мной внимательно. Смотрите внимательно, все очень просто. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив, ты сидишь в полоборота, вся в лучах ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую.
счастье. Александр, мы ждем вас в нашем караоке. Заходите. Спасибо. С детства нас мучают три главных вопроса. Кто сильней, каратист или боксер? Твой отец или Брюс Ли? Или, например, Жан-Клод Ван Дам или Лев Дуров из «Не бойся, я с тобой»? Но сегодня мы постараемся ответить, пожалуй, на самый главный детский вопрос. Итак, кто же сильнее? Арнольд Шварценеггер! Или Сильвестр Сталлоне? I'm the best. I'm best of the best. I'm the best of the best of the best. I'm Terminator. Та-да-да-да-да-да. Это та-да-да-да-да-да-та-да-та-да. I'm Commandos. Ride, 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 to, 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 ha, ha. To, 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 I'm a cobra. I'm a Rambo. San Martin, Kenny, Kenny, Kenny. You couldn't say more. I'm a, it's a sick seal. I'm Hishnik, why, right eye, fu. Full time. Ah, 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 the format. I die. Gosh, I'm a shot. Gosh, I'm a lot. Much on that, catch my kid of fun. I'm the best of the best. Die. 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 Oh, sir, I'm best of the best. And I'm the best of the best. Ну вот, пожалуй, и все. И в заключении команда КВН «Утомленные солнцем» хотела бы поблагодарить двух людей. Леонида Утесова за то, что спел про нас песню, и Никиту Михалкова за то, что снял про нас фильм. Спасибо! Сочи, город, картина, написанный солнцем и ультрамарина. Море, девчонки, розовые на сине. Горы у нас круче всех, и хрусталем нарисован наш снег. Где-то зима, а в Сочи всегда весна. Мы удивим, наверное, вас, но КВН похож на наш Нурминский пляж. Там тоже зрители всегда полным-полно. Здесь им всем смешно, и потому для нас всегда родными будут только Сочи и игра. Игра, которая как Сочи много лет, всем дарит смех, всем дарит смех.